Центурион, в принципе, есть фотографии, я видел, да, Центурион недалеко. Маша, ты мне честно, тяжелый как мусор был? Да я все чуть-чуть даже помогал. Вот, да, кстати. Да, Центурион, 100-110 дней. В этом году очень много одесситов ее взяли на квашение. То, что я могу сказать. Она прекрасно подходит к квашению за своей структурой. Лист хорошо, как бы, лист у нее тонкий, не сильно толстый, не грубый. И прожилки. Очень вкусно. Ну, насчет того, что оно вкусное, соглашусь. Вот. Это один из лидеров в нашей линейке. Мы ее очень много продаем по всей Украине. Я думаю, вы тоже немало. Поэтому Центурион у нас лидер. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.